зовут Алексей Луконин, я прописан, родился на севере, вот, в Мурманской области прописан в Москве, живу с семьей в Анапе. Посмотрел я на вас, согласен с тем, что вы не приглашенные дистрибьюторы. Вот. Что я могу вам сказать еще при том, что мужиков вы явно не бережете, так чувствую. Мало нас здесь. Вот, мужчин, что я могу вам сказать? Тут как бы некоторое время назад у меня была экспедиция в очередной раз, я там пообщался с очень интересными людьми. Вот, и они сказали, я ничего нового вам не открою, вы это все знаете прекрасно, вот, что если у человека нет ради чего горит душа, вот, то в принципе включается программа старения. Ешьте вы, не ешьте, пейте вы, не пейте, это только чуть замедлит процесс, но в принципе это путь ухода. Поэтому если у вас уже, как это, все удалось, вот, это ваш выбор, ваше право, но бонус, вот, собственно говоря, там говорят, автобонус, он уже не автобонус, он уже, вот название нужно нам, кстати, всем придумать. Вот я его называю, не слово бонус, но все бонусы, и я уже запутался в этих бонусах, поэтому не знаю, у меня премия, это для меня это премия. Вот, она вручается мастерам и выше, соответственно, вот, поэтому для меня это мастерская премия. Вот, и я ее так и называю, потому что это сумма денег, которую вы сами вправе решить. Потратите ли вы ее на автомобиль, вот, который будет достоин компании, да, потратите ли вы ее на улучшение своих жилищных условий, на образование детей, вот, по согласованию с компанией. Вот. Для меня это... Я уже, кстати, не получу ничего. Вот, меня, я, как на мне бонус заканчивается, у меня 5 веток. Вот, я не получу новый автомобиль, я не получу новую недвижимость. Вот. Я нисколько не жалуюсь, уже с Кораллом Клубом я купил вот ту же самую квартирку, в Анапе, вот, домик под Москвой, вот. Не реви, Алексей, не реви. Да, вот. Придумай компанию. Я получаю, для меня вряд ли компания, я даже не хочу ее просить об этом, не для меня сейчас. Мое развитие, в принципе, получается... Не надо. Мое развитие, я к чему это все сказал, не в плане пожаловаться, а в плане именно того, что мне как раз-таки ничего не мешает обратить свой взор как раз-таки на своих людей, которые могут получать машины более высокого класса, недвижимость улучшать, образование детей и так далее, они могут двигаться. Вот. Все, что для этого нужно, по большому счету, компания уже все давным-давно сделала. И масса людей, которые сейчас развиваются и растут, вот, на форуме планируется порядка где-то, по-моему, 60, да, новых мастеров. Уже 80. 80 новых мастеров, только новых мастеров. Да, вот можете себе представить, какое количество людей вот, развивается и растет, которые будут пользоваться этими бонусами, их наставники, соответственно, тоже вырастут, да, по статусам, по своим. Вот это, собственно говоря, правильный абсолютно взгляд. Если вам уже по жизни ничего не надо, ну, заслужили вы, собственно говоря, здесь заслуженные люди, вот, без иронии абсолютно сказано, с уважением, вот, вы можете обратить свою энергию и усилия на тех людей, которые находятся у вас, и помочь им получить то, что, собственно говоря, мы получили, может быть, даже больше, потому что дети должны быть лучше своих родителей, вот, 100%. Вот, но в любом случае, если вы хотите, чтобы продукт работал, нужна программа, которая бы вас утром радостно подымала, вот, вам бы было ради чего, вот, и когда вы получаете мастерскую премию, да, вот, или ваши люди еще по чечайне получают мастерскую премию, вы испытываете колоссальную радость. Вот. Это определенный уровень человеческого развития. Высокий, вы все ему соответствуете. Я думаю, что всем вам этого хочется. Да, вот. Для меня офис, по большому счету, как вам сказать, мы последние отмазки убрали. Это колоссальная ответственность для региона, между прочим. Вот. Колоссальная ответственность для региона, это уже все уже. Как вы через год глаза посмотрите тому руководству, которое вы говорите, что вы любите? Нормально. Приедут они в Краснодар? Приедут. Вот. А мы их позовем, они приедут. Вот. И если они приедут не на вручение мастерской премии, вот всех расстреляют, да? Ладно, я шучу. Дорогие мои, благодатный край, здесь все растет. Воткни палку, плодоносит. Подними дистрибьютора. Квалифицируется. Вот. Поэтому офис этот. Спасибо большое Ире Никулиной за труды, потому что она всегда поддерживала ребят, всех, кто здесь работал.
вот. Вот. И теперь еще офис компании. Это большая-большая ответственность и обязательство для нас, для всех. Спасибо.